Кожны третий жыхар Гомельской области зрабіў прышчэпку от грыпу. За кошт республиканского бюджету вакцинацию прайшло 13% насельніцтва региона. Гэта медработники, цяжарные жанчыны, дети дошкольного узросту, дорослые с хронічнымі захворваннями и пожилые грамадзяне. На дадзены момант полностью завершена иммунизация людей, якія относятся до группы высокой рызыкі заражения на грып. У нашей области гэты контингент охоплены на 75%. Выники минулогодней вакцинации показали, узровень захворвания сярод прышчэпленых особ у 7,5 разов нижэйшы, чем у тех, кто не прошел вакцинацию. Лічыцца, что таким чином попереджена больше, как 1400 выпадков грипу, у тым ліку ускладненных формов. Еще есть час скористаться магчимостью оборониться от грипу с допомогой прышчэпки. Кампания по вакцинации протягнется до 1 снежня.